предостережение от женщин и их искушения. А затем наши враги, враги религии Аллаха, враги шариата, закона Аллаха, враги скромности, они сосредоточены сегодня на проблеме женщин и их выставлении себя на показ, и их совместном пребывании с мужчинами, и участие женщин вместе с мужчинами в совместных делах. Так что люди становятся будто ослами. Их не волнует ничего, кроме их животов и гениталий. Прошу защиту Аллаха. И женщины становятся будто они картинки, то есть изображения. И людей не волнует ничего, кроме внешнего вида женщины. Как ее украсить, как сделать ее красивой, как одарить ее украшениями, улучшениями, тем, что связано с волосами, тем, что связано с кожей. Выщипывать волосы на ногах, предплечьях, лице. Все это для того, чтобы сделать главной заботой женщины, это то, чтобы женщина была как картинка. Будто бы она картинка.